Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе. И сегодня мы продолжаем смотреть на моды на игру «Как достать соседа», которые нам присылают. Точнее, мне. И мне... Тут сегодня будет три мода, мне помог их найти мой самый преданный подписчик Рустем Вилюаев. Большое ему за это спасибо. В общем, от этих модов, как он говорил... у меня должно вскипеть. И, собственно, когда я открыл этот... уже вот менюшка меня напрягает. Какая-то некрасивая. И вот эта вот надпись, блин. Она работает? Да, работает. Хорошо, хоть выйти из игры можно. А то уже как-то меня отталкивает. Такое вот странное... меню. Ладно, что у нас тут? Всего два уровня. Мод называется... «Как достать Вуди». Я так понимаю... в смысле? Я не проходил же. Я же не проходил. Может, это наверное, с... Я просто файлы заменял, наверное, с предыдущего мода осталось. Ладно, в общем, что тут у нас находится? Всего два уровня. Месть, месть, месть. Месть, месть, месть! Как пройти мимо животных, где можно спрятаться, ты научишься всему этому даже больше. Да, 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 да. Я понял. Здесь уже тоже коряво сделано. Ну, давайте посмотрим. Джо, блин. Чё, свинья срёт, обратно всирает в себя, заходит в клетку, потом выходит и опять срёт. Чё за... Я так понимаю, вы местами поменялись. Ты чё, дебил, что ли? Ты чё орёшь, блин? Что ты? А чё сосед делает? Так, о, мы шарики достали, ладно. Вот здесь просто закрытая дверь, он ходит быстрее, чем обычно. Он реально как-то ходит не по-нормальному, летает как будто он под спидами, мне кажется, сосед. А чё, это гардероб такой? Вообще шикарный гардероб, я вам скажу, блин. О, блин, вообще просто нету слов, ну-ка. А, я понял, это так он ходит на цыпочках, но тоже все равно неправильно он ходит. Ну-ка. А если я выйду? Ой-ой-ой. Ну-ка, и что будет, если он на шарике сейчас поскользится? Ты чё, дебил, ты чё орёшь, блин? Не понял я ничего. Ну-ка, он... Не понял, что-то я вообще ничего. Я что-то сделал не так? Ну-ка, давайте еще раз попробуем. Так. Месть, месть, месть. Да ладно, я понял. Так у нас антагонист Вуди, а почему здесь Джо? Да, точно дебил. Давай, давай, иди. Комод все еще закрыт. Мы играем за соседа, это довольно интересно. Так, используем шарики. Комната 4. Используем шарики с этаж. Этаж. Вообще офигенный перевод. Ладно, и давайте выйдем. Так, и насколько я помню, надо в гардеробе спрятаться. Ну и все. Идет то же самое. Да, ходит он медленнее, чем нужно. Со скоростью соседа. Обычно. Ну ладно. Тут негатив использован, фильтр. Это все. Но... Точно дебил. Говно какое-то серьезное. Ладно,
Что у нас тут дальше-то идет? Вуди увидел шарики и... Что за бред вообще? День стирки. Собака заметит. Но тут даже ничего не стали переводить. Переделывать текст. Это типа дом Вуди, да? А чё эти чудики здесь делают? Слоун. Господи, в натуре хрень какая-то. Ну, давайте посмотрим, почему бы и нет. Хотя что мне уже даже не хочется продолжать это проходить. Так, насколько я понял, это поза... О, а что будет, если Вуди нас сейчас увидит? Галлюцинации, наркота, наверное, и что-то еще. Что он делает, я не знаю. А что будет, если мы ему, кстати, попадемся на глаза, интересно? Ну-ка, давай. Он просто набрал телефон. И сосед еще... Наверное, он набирал в телефоне чит-код, чтобы сосед исчез с лица земли. Читер. Ой, блин. Крыша, кстати, синяя. Как в доме Вуди. Ну, все остальное как... А, зашибительный коврик. Офигенный. Ладно, пока он там будет заниматься психозом своим, он... Мы можем тут пошариться. А здесь ничего взять нельзя. А, пакость сама по себе сработала, значит, да? Ну-ка, тут опять на цыпочках проходить надо, да? Ну, золотой кубок соседа стоит. А спрятаться под кроватью можно? Ну-ка, как это будет выглядеть? Он лег спать и исчез во свояси. Ой, блин, кошмар какой. У меня слов нету, господи, какое говно, а. Отлично, взяли лопатку. Давай, бери скорее. Что там есть? Нож есть, я понял. Давай. Исчезни на волшебной кровати и Тадж-Махал здесь. Якобы, на самом деле. А почему он прошел с этой стороны? Сосед с этой стороны проходил. Офигенный вообще гардероб. У меня просто нет слов. А, стол забыла смотреть, наверное. Вот этот. Не, ну нафиг. Вуди офигенными делами вообще занимается. Почему здесь туалет вообще какой-то висит? А это фигурка Ширм, да? Почему тут собака лежит и не двигается? Почему свинья срет, обратно всасывает в себя говно? Заходит обратно в клетку, потом выходит, опять срет и так далее. Господи, говно какое-то. Даже играть в это не расхотелось. Не буду. Вышел нахер, да, я выйду, пожалуй, нахер и перейду к следующему моду. Хочу посоветовать вам, дорогие друзья, интернет-канал под названием Andrew Sam. Парень снимает различные видео и прохождения по игре «Как достать соседа» и не только. Несмотря на то, что у него всего 300 подписчиков, он делает очень интересные прохождения, на которые я вам советую взглянуть. Так что переходите и подписывайтесь на его канал.
А следующий мод у нас называется Hard Been Hell. Его создал Игорь Че, тот самый, который мне скидывал мод «Как достать соседа 3 новый раз». Это второй обзор модов был. По номерам. Блин. Ну, я понял. В общем, о, еще опять. Да что ж такое, а? Убираем сохранение. Так. Как ты сюда попал? Запускай, тренируйся. Я понял. Что-то какой-то немножко наркоманский мод, действительно. Ну, в принципе, он сам лично, Игорь Че, мне не прислал этот мод. Я у него там на страничке нашел. Написано, что наркоманский мод, и мод реально наркоманский, еще и музыка какая-то странная. Я не читер. Отстаньте от меня. Вы сами время тут не включали. Отстаньте от меня. Ну, просто действительно все красным. Просто красный фон тупо вставленный, и все. Вообще, то есть понапихали всякого, короче. Что за музыка? Дом 2. Самая дебильная программа, что я видел. Да вообще слышать даже об этом не хочу. Кто вообще придумал музыку из Дома 2 сюда вставить? Это... Ой. Просто омерзительно. Не надо. Будем лучше без музыки играть. Пройдешь все, подпишись на канал Нинок. Я знаю, кстати, этот канал. У него был канал Pillplay сначала назывался, потом этот канал забанили. Потом второй канал забанили, третий. Вот, третий канал уже стал называться вот так. Потом он решил зачем-то удалить все. Он тоже снимал когда соседа, моды, а сейчас решил что-то удалить все. Все видео пока с соседой и так далее. Не знаю зачем. Я смотрел его. Да, РЕН-ТВ горит. Звуки мрачноватые, из хардкора, это понятно. Если как... Тут одна пакость, интересно, какая. Просто это мод, ну просто супер класс. 200 кличко из 1000 кентавров. Ладно, идем дальше. И последний на сегодня мод, это вообще просто жесть какая-то, полная просто жесть. Мод не на русском языке, кстати, называется он «Когда соседа, добро пожаловать в Румынь». Начальный экран меня уже напрягает. На, тут вообще не на нашем языке написано. Смотрим, что тут за уровни. Да, это просто ужас какой-то. Тут Жириновский. Ну, наверное, это... Может, это русский все-таки сделал. А может, это и не Жириновский, но похож. Непонятно, русский это сделал или не русский. Скорее всего, нет. Посмотрим, что тут. Господи, какие картинки. Только посмотрите на это. Какая картинка. Ну, это все прочитать я не могу. Тут деньги. Ну, давайте посмотрим, что они тут намутили. О, господи, это ужас просто. Это просто кошмар. Блин, а как так? Это что за бред? Getting from Vice City. А, молодец, какой Vice City, да? Это ты заходишь и умираешь сразу, что за бред? Ну-ка, поставь игру на паузу, дай посмотреть хотя бы что. О, машина, блин, офигеть. А это СССР, кстати. Так что, может, и русские сделали, понятно. Короче, жесть полная. Далее, посмотрим сейчас все уровни. Они, кстати, смотрю, что все открыты. Мы что, телепортируемся, что ли?
просто офигенный мод. Мне вот вообще нравится. Но это в скобочках, если что. У нас курсор в виде картинки с чуваками, армия, наверное. О, ребята, это вообще... У меня просто нет слов. Вы только посмотрите на эту красоту. Посмотрите на эти умопомрачительные текстуры. Вы видите? Вы это видите? Я что-то соседа-то самого не вижу. Но будет у нас мне телепортироваться. Ну-ка, как это выглядит? Ну, понятно. А вот самого соседа, кстати, нету. Ну-ка, он... Его точно нету? Только если нет соседа, то как же мы уровень-то этот пройдем? Никак. Какой кошак. Ну, морду обезьяничью налепили, бля. Ох, ребята, мне уже, честно говоря, в это играть не хочется. Ну, тут изображена помойка, хотя этот мод, по сути-то, и есть помойка. Спрятаться в мусорный бак? Нет. В принципе, этот мод, это... Как будто это он и есть. Мод можно сюда запихать. И... Ну-ка, а давайте посмотрим на соседа. Он еще из этой двери вышел, что ли? Сосед из второй части. Что он не буртел даже. Это вообще кто? Кто это только что был? Я не знаю. Ну давай... Ребята, я хочу просмотреть... Я хочу все уровни посмотреть. Чисто... Чисто хочу узнать, что они тут вообще понамутили и все такое. Читать не буду, тут... Вот это на Марину Кравец, кстати, похоже немного. Резидентку Камеди Клава. О, ребята, о, вообще словами нельзя передать. Это телефон, это подъезд. Ну, добро, это вам Румыния, это, да, это реально Румыния. Ничего не... В смысле? Это мод для прикола чисто, я думаю, сделан. Ну, потому что и как иначе? Это на Марину Кравец похоже, но это точно не она, я думаю. Да, это из микса, кстати, вставка. Да, мы вышли из помойки. И лучше бы мод бы вернулся туда. Наверное, сосед мусора поел только что. Ребята! Ужас. Красота, просто словами нельзя придать. Ну-ка, иди. Это из микса, кстати. Да, время заканчивается. Ну, это прикол чисто, я понимаю. Я просто, я реально хочу посмотреть все уровни, чтобы узнать, что они тут еще намутили. Это что? Я вот не помню, я вот это смотрел. Вот это я смотрел, а вот это... Не знаю. Сейчас все уровни посмотрим, что они тут понамутили и все такое. О, ребята, как вообще в такое играть? Дайте-ка спрятаться в шкаф сразу, чтобы все это увидеть. Ребята, ну вот как в такое можно играть? У тебя глаза просто лопнут от этого. Ну тут за основу мод микс, когда соседа микс, видать, был взят. Так что, возможно, это и русский делал. Новости какие-то, блин. Микс, я, кстати, на него снимал обзор, надо его в плейлист закинуть. Я почему-то не задумался. Мы опять сдохли, ну я понял. Это у нас кто такой? Собака у нас тут изображена, блин. Ребята, какой зал. И помойка рядом с ним. Это вообще даже не сочетается, блин. Дальше у нас что? Пикничок, наверное. Или нет? О, вырви глазные. Вырви глаза, вырвать все можно. Давайте на паузу поставим, чтобы все это разглядеть. А вдруг сосед меня сейчас увидит и... Ну да, ванна просто супер красивая. Комната у соседа красивая. Двери в воздухе торчат. Кухня красивая с кровихой. Шашлык. Может, шашлычком угостите меня? И ничего больше. Вообще, слов просто нет. Дальше у нас что идет? Симпатичная девчонка, блин. Дальше, где у нас? Давай.
Тут хотя бы ничего не моргает. В смысле? Ты дебил, вылазь быстро. Залезай обратно, я хочу просто посмотреть, что они тут нам понамутили. Да, качество текстур просто великолепное. Ну тут еще и портал, видимо, совместили. И хардкор, и микс в этом моде. Тут ничего вообще нет. Ну да. Я чисто проверяю все уровни, чтобы посмотреть, что они тут вообще понамутили. Понамутили они тут просто словами нельзя передать. Реально интересно. В каждом уровне что-то и... что-то особенное. Опять помойка. Какой-то театр. Нет, уходи быстро. Ну офигеть. Так, камера переключилась на нас. Давайте на паузу поставим, чтобы разглядеть. Такое, этот мод играть нельзя. Это чисто для прикола сделали. Да, офигенная комната из сказок. В гостях у сказки, блин. Сосед на мусорке. Здесь, о господи, зал суда. Зал суда. Кровать на столах стоит. Это что? Или это уже было? А может и не было. Давайте посмотрим. Тут запутаешься в уровнях. Нет, это я не снимал. Давай, прячься в шкаф быстро. Нет, залазь обратно. Ну, это уровень пиано взят. Тут можно на паузу поставить, чтобы разглядеть одно. Туалет. Ужас просто. И разглядеть другое. Как-то, как они не вот так сделали, я не знаю и даже знать не хочу. Дальше что? Fuck you. Я бы этому моду бы точно такое же бы показал. Наверное, что этот человек. Тут помойка, а где Вуди? Вуди вообще нету нигде. Ходить мы не можем. О, ну, хотя они анимацию сна сделали, это мне нравится. Но хотя это, скорее всего, сделали, но не автор мода. Да, новогодняя елка. Ну, помойка, Вуди нету, здесь играть нельзя. Вообще просто нет слов. Ну и осталось 4 уровня, которые мы с вами посмотрим. Тут бабульки. Девчонки тут симпатичные, видать, ТикТока понаставили себе или Снэпчат какой-нибудь. Да, можно ходить по помойке. Спрятаться в шкафу. Надо посмотреть на этот супер-пупер прекрасный город. Дверь, ведущая в воду. Утонуть, наверное, там можно. Давайте-ка посмотрим, что здесь. Ой, блин. Я даже ссылки на скачивание оставлять не буду, потому что... Ну, кто захочет такое играть? Никто. Правильно. Здесь свет моргает, но это... Ладно, я надеюсь, вы увидели что-то. Мне пофигу. Здесь что? Или я это уже смотрел? Не знаю. Что тут написано, я вообще не в курсе. Потому что я не этот язык не знаю. Это из хардкора. Ой, ребята, кошмар. Ну и последний уровень. Это вот этот. Сейчас посмотрим, что тут. И все. Удалим все это дело и не будем сюда даже возвращаться. Куда ты вылез, блин? Так, стоп. Еще раз надо посмотреть. Давайте на паузу поставим. А, мы должны успеть в шкаф залезть. Я 2 раза нажал, поэтому он вылез. Да, даже сказать нечего. Тоже 200 кличко из 1000 кентавров. Тут даже кусок интерфейса торчит. Ладно, в общем. С вас лайкос, подписос, с меня эпичные видосы. Я вообще... Вообще, я и так и планировал, что это видео будет связано с говномодой. Что это видео будет про говномоды будет. Я специально нашел 3 мода. Мне помог этот Рустем Белюлаев. Большое ему спасибо. И вот
Вы, собственно, увидели, я ссылку не буду оставлять, ну, кому это надо. Ладно, все. Подписывайтесь на мой второй канал, на группу ВКонтакте тоже. Всем пока.